Значит, хочу рассказать вам историю. Сегодня сплю, очень хорошо сплю. Чувствую, что наполняюсь силами. Приходит Иван, встает, уходит, моется там, наверное. Приходит, видишь, что я сплю, такой. Значит, пришел, пошуршал здесь. Думаю, блядь, надо еще где-то пошуршать. Подходит и шуршит сюда, здесь. Вот так вот. Ростислав, просыпайся, блядь. Вот мне вопрос, зачем шуршать? Зачем? Я не могу ничего ответить на этот вопрос. Это провокация. Непонятно. Буткемп подходит к концу. Ты с ребятами провела неделю в нашем гейминг-хаусе. Как тебе атмосфера в коллективе? Атмосфера, с одной стороны, у нас царит деловая, сосредоточенная, потому что ребята готовятся к турниру, и каждый день у нас тренировки, а также они играют в пабликах и стримят. С другой стороны, атмосфера немного расслабленная, потому что данный гейминг-хаус, наверное, здесь есть все, что нужно для комфортного существования. И внизу у нас есть chill area с теннисным столом, и каждый вечер там проходят жаркие баталии. Шо? Как думаешь, станет ли первый PGI с таким пресс-пулом, таким же революционным, как и инф в Доте? Честно говоря, у меня была такая аналогия уже в голове, то, что очень похоже, потому что это первый миллионный пресс-пул в PUBG. Я надеюсь, то, что в будущем PUBG Corp будут развивать киберспортивную составляющую своей игры после оптимизации, которая стоит сейчас на первом месте. На твой взгляд, игра в нынешнем состоянии готова для проведения ивентов такого ранга? Как я уже упоминала, сейчас на первом месте стоит оптимизация игры. Она важна и для компетитив игры, и для паблика. PUBG Corp также осознают эту проблему и усердно над ней работают. Как только игра будет оптимизирована, они обещают вплотную заняться, собственно, компетитив киберспортом. И я думаю, то, что проводить турниры даже на этом этапе очень важно. И в будущем, я надеюсь, таких турниров у нас будет больше и будут постоянные лиги. Значит, смотри, Стас, получается так, что сегодня мы едим... Это что такое? Мне кажется, это мясо с картошкой. Бумажечку сюда. Это сюда. Ну, в общем, что могу сказать, значит, исходя из того, что на утро надо есть больше углеводов, мы жрем больше углеводов. Получается, что там, картошечка, вроде херовый углевод, я не знаю. Бля, Стас, не включай, это хуй. Да, вот мне написано, акулы не спят. Ты что, акула, что ли? Ты знаешь, почему они не спят? Они жрут. Потому что я их жру, блядь. Рыбы вообще спят? Я знаю то, что акулам надо постоянно двигаться, иначе они будут тонуть. Я какую-то программу смотрела. Что, рыбы не спят? На эту тему. А как они силы устанавливают? Нет, именно у акул какая-то там своя система. Я живу. То есть спит, спит? Как расстанавливаю. Спит. Как спит? Не знаю. Дрейфует. Стас, поясни момент. Ну типа я думаю, когда что давление же с глубиной все больше и больше, и вода, рыба перестает тонуть на каком-то определенном моменте. Но спит. Это чисто мои догадки. Смотри, в CS есть стикеры команд, в Dota есть брендированные шмотки. Смогут ли удивить подобными штуками PUBG Corp? Насчет удивить я не знаю, но на этом турнире будут уже внутриигровые шмотки с логотипами команд. Они будут продаваться для всех желающих. И я так понимаю, что это пробный шар от PUBG Corp. И в будущем я надеюсь, то, что они будут продолжать эту линию и сотрудничать с организациями и командами. В Dota для Инта призовой фонд собирают с помощью краудфандинга. Как думаешь, стоит ли позаимствовать эту идею для PUBG? Мне очень нравится идея краудфандинга, потому что она связывает паблик игры и киберспорт и повышает интерес всех пользователей игры к компетитив режиму. Поэтому, на мой взгляд, стоит обязательно попробовать завести что-то типа компендиума в Доте, так как у PUBG очень большая аудитория, возможно, эта идея зайдет. You have some damage on your лицо. Я уже заметил это. Не ори. Я говорю, не ори. Че? Я говорю, не ори, не ори. Not ори. Сейчас будем разбираться с тобой, собака. Ну давай. Ну давай.
Выходи. А, ты подумай, а? Ты подумай. Когда вот Публикорп делает нам вертикальное разделение звука? Потому что я смотрю вперед, а он сверху. Понимаешь, какая ситуация тяжелая? Вот так и живем. Отдельную награду получит MVP матчей. Кто из игроков может сорвать подобный куш? Например, Ваня Ибах очень ярко себя проявил на СНГ квалификациях. Так как эта награда будет выдаваться на основании количества киллов и плейсмента, я думаю, то, что на самом деле и у Дрейниса, и у молодого, и у Пламыча есть такой шанс. Наша команда серьезно подходит к каждому турниру и везде хочет занимать первые места, но в SPGI мы постараемся особенно не подвести наших фанатов в первую очередь, не подвести нашу организацию и выложиться по максимуму.